11-летняя Ева заполняет анкету для участия в акции «Книжная полка летнего чтения». Девочка рассказывает, полюбила книги еще в раннем детстве, а сегодня уже ставит перед собой более серьезные задачи – прочесть за лето 50 книг. Я собираюсь попробовать прочитать какую-нибудь книгу, если мне, конечно, разрешат, уже из взрослого отделения, потому что половину книг из детского отделения библиотеки я уже прочла. Акция проводится в четвертый раз. Посоревноваться в чтении могут все желающие. Правила просты. Нужно взять книгу из библиотеки со специальной полки, прочитать произведение, затем оставить творческий отзыв. Это, кстати, увеличит шансы на победу. Полка летнего чтения нужна для того, чтобы привлечь, конечно, читателей в библиотеку, раскрыть разнообразие книжного фонда, показать, какие новинки у нас есть, что нового поступило. Шестиклассница Майя Сас надеется на призовое место. Жанр для чтения определила без раздумий – приключения. Девочке этот стиль полюбился давно из-за захватывающих и веселых поворотов в сюжетах. Юная читательница рассказывает, после прочтения любит смотреть экранизацию произведений. Обычно для меня, то есть это прочитал книгу и все, а некоторые я прям сначала думаю, нет, это не мое, а потом уже начинаю втягиваться и мне нравится. Смотрю фильмы, типа мультфильмы по мотивам этих книг. Акция продлится до 31 августа. Посоревноваться в летнем чтении может любой желающий. Лада Дудко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».